можем прикрыть вот так? Да. Или вот так лучше? Да, не лучше. Вот так? Да. Пойдет вот здесь? Резиненный, гипоаллергенный, от него нет аллергии. Детям его тоже можно вполне использовать. Для детей лучше делать бесцветный клей. Рисунки получаются более такие нежные, такие еле-еле слабенькие. Черный, на черном клею всегда клей. Всегда рисунок более ярче получается. А толстым слоем мы не делаем. Клей должен быть тонким слоем. Вообще, по идее, мы должны по клею кисточкой не возить. Тут по клею она возилась по зеленому. Мы наметающими движениями наметаем, намахиваем. Ну, такой получается черный, но блестящий. Ну, тоненький, он долго держаться не будет, наверное. Ну, если тут резинки не будут, то может тоже покажется. А шоркать его не надо. Мыть можно, водой можно. От воды он не сотрется. А он может стереться от масла, от того, если будешь царапать. Шоркать, если захочется тебе удалить.